Куда спешит эта женщина? Похоже, где-то что-то дают. Так и есть. Работает торговля. Хотя лучше бы она не работала. Мы ничего не имеем против общепита. Подкрепиться надо, не идти же из-за этого домой. Но торговать в такой день дефицитом – перебор. Все равно всем не хватит. И что за гуляние с покупками в руках? Туфли еще куда ни шло. А с пылесосом, ну или тремя банками краски, ты уже не участник и даже не зритель. Ну, а это уже прямой удар мешком по празднику. И тут, нам кажется, самое время поговорить о том, как мы отстали в умении уважительно общаться, весело отдыхать и серьезно работать. Говоря языком отчетов, определенные достижения у нас были. Были даже традиции. Но тащить их за собой в будущее как-то не с руки. Их место в прошлом.